Ты даже не знал. Блин, сессию так и не сбросил, да? Покажи, ПЖ, потом, сколько ты успел боев отыграть. Как это? Ты про чё? Научи плюс в тутлы играться. А чё там? Ты видел, как Ису играет? Вот так вот катаешь, и всё будет нормально. Просто задрочишь, если не вникаешь, и все само получится. Получается так, Артем. Задонатил, получается. И даже не промолчал. Очень спасибо, Артем, получается. Нет, без получается, вот просто очень спасибо. А то спасибо, получается, звучит как-то без уважения, без уважения. Ну, с уважением, только недостаточно с уважением. В общем, благодарю. Слушай, а можно через вот это вот окошко сикать втроем туда? Честно. Ну, правда, они вот здесь вот появятся. И до меня не доедут. Их тех не толкай. Зачем ты мне все сбил? Короче, мерзкий. До свидания. Можно было смачно прицелиться. Чё-то как-то перспективы так себе. Я чё-то реально не пойму, что делать, подожди. Придумал. Нет, да, нет, блин. Если вот сюда встать, отсюда будут стрелять? Есть инфа? Его проверять. И стоять же на месте. Или с базюрки будут стрелять. Не, ну это нечестно. Ничего себе, повернулся, плюнул, попал, пробил. Дважды. Трижды. Называется, в игре что-то захотел что-нибудь сделать. Что ты делаешь? Вот объясни. Так. Так. И вперед, да? Ну понял, ладно. Блин, беда. Я не знаю, что делать. Ребят, из чата кто-нибудь десантируйтесь сюда. Надо помощь, чтобы не ворвались вот так вот весело. Я их оросил огнем, вы их дамажили, а я собирал сумму. Мистер Лошадь продолжает делать что-то. Так. А это леди вам? Подожди, если девочка, то и сорян. Девочка, это, конечно, что вам, каблук какой-то, что ли? Тогда, конечно. Все нормально. Просто испереживалась. Если ты, конечно, леди, а не трап. Вторая минута боя она получала. Не, а чё, я хочу что-нибудь сделать. Вот что сделать? Учитывая, что танк 150 метров только стреляет. Или сколько там? Ну-ка. Да как посмотреть? Да, 150 метров. А дальше не сыт. Камень станет в проезде. Вот здесь, что ли? О, подожди. Сейчас я лучше подожди. Сейчас и век потрачу. Ну, хотя бы что-нибудь можно будет делать. Но это не точно. А почему я не додумался? Там же можно прямо под него, можно сказать, присесть. Не сучусь, это неправда. Что тебе надо от меня? Мы же братья, коллеги. Не пускает. Тут
тут зона закрыта, надо было в начале боя это делать. Прикинь, если в начале боя вот сюда вот приехал, вот этих двоих можно было вообще, конечно, посямкать. На Е6 едет, ну что-то уже поздно. Каен в проезде пихнет, Физваныч, 263, всю жопу загрызут. Сейчас вот с этими девчонками попробуем. Кстати, леди с нами больше, ее с нами больше нет. А кто у них не светился, сюрпризов не будет, дядя Федор только. А тут ТС-3 и СТГ. Значит так. В смысле, от кого? Я, кстати, еще пока думал, что делать, что не делать. Сейчас теперь уже из города буду получать. Опять команда тупые. Правильно, всегда команда виновата. Е-мое, все делал правильно. Ты стоял 10 минут вот здесь. На 9 уровне. Команда говно. Все верно, ловлю, дружище. Лох. Пошел на... Да как вы-то на автоприцеле-то? Зачем? Хорош. Да больше бесполезный, кстати, союзник оказался. Сдавайтесь! А, кстати, он прикрывает. Подожди, жив. Бьем. Ну, я лох. Надо было вот правильно в Е6 сразу. Прикинь, вот здесь бы сразу стал бы. Вот бы там я всех бесил. Вот этот вот дефолтный проездик. Такая здесь аудитория добрая, конечно. Арта пишет, опять одна блевотина. Такие все прям профессионалы. Как им постоянно с команды не видят. Ладно, на будущее буду знать про Эренберг. Я ж так опыта мало на огнеметчице. Пока не все всякие дырочки знаем. Вот тут все просто будет. Ну как просто? Там Вася 565 на М40, М43 покажет, как надо. Елисею и Никите привет большой. Обыдно. Не, ладно, я на огнеметике. Не знал, куда себя деть. А наши-то остальные чисто не случилось. В топе на тяжеле леди была, тоже понять можно. Ну так вот, наверное, вся команда и набралась. Каждого так посмотришь, каждого понять можно. Бороться было некому. У меня FPS от нее приседает. У меня тоже такое было, и что-то оно вот просто само собой перестало. Тоже слайд-шоу был, когда струя огня вылетала. Вот они. А ну, струя с упреждением. Я же не знаю, так можно, нет? Слишком далеко. Чуть-чуть сикнул буквально маленечко. Ох, сейчас М40, М43 покажут, как надо сикать. Надо срочно вот туда, срочно. Не получив по жопе. Спасибо большое, Лорен, не надо. Друзья, договоримся. Благодарю. Ничего себе, прикинь, сработало. Прикинь? Как от скилла все зависит. Уже примерно 3 раза должен был за такой перекат умереть. Все нормально. Все сам.
Invisible Dog. Какие ваши доказательства? Боссет. Этот смотри, бедолага, как я на Эденберге. Не знаю, куда себя деть. Ну хватит, хватит, хватит. Кстати, на этой тачанке вообще бортом нельзя поворачивать, только лбом. Она что-то вроде французских тяжей, только лбом. Чуть вот так повернулся, вот так вот. Дайте показать. Сразу вот сюда вот будут бить больно. Струю по нерфили, чтоб не лагало. Может поэтому. Хочется какую-нибудь грязь. Сейчас все нормально. Ё-моё, батя стоит, не пробьешь, броня. Хорош. Но вы давно тут стоите? Сейчас может ёлка, кстати, немножко в туза грызть. Он вот здесь вот стоит, если что. У меня оптика, если что. С игрой все нормально, если что. А, там. Ну, я парень крутой, на взрывы не смотрю, не оборачиваюсь. Ёлка еще фулова нас ожидает где-то вот здесь вот. Интересно, получится так на стену? Стену обоссать так высоко? Она убежала, понял. Фармит еще интересно, как этот Тунчес. Блин, надо было сессию сбрасывать. Может, сейчас сбросит? Просто сейчас немножко будет нечестно сбраться, потому что одни победы были. Даже, по-моему, на арте я победил, ничего не сделав. Почему танки не поджигаются? Вот не везет. Где эти мерзенькие хоббицы? Татоха, победитель. Телочку бы найти. Веселямба! Мана, как в том анекдоте у нас. Блин, струю мимо пустил. Такое бывает у мальчиков. Тут хоть на скриншот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нет, еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, один. Один погиб. Пол команды. Ну давай ему хотя бы немножко шоу сделаю. Огонь и вода. Все проблемы. Так. Хорош. Учу, я нажал, что случилось с камерой. Все, дед устал. Танковый весело, да? Привет, на как дела, на здорово, на все нормально, на. Сидим, дебилямбу устраиваем. Раз победа, два поражения. Это две победы, одно поражение.